Ну, понятно, что ты... На каком основании здесь происходит коробка деревьев? На каком основании? На прошлой неделе мы получили разрешение на... От департамента благоустройства и озеленения города Вологды. Я в прошлую субботу представителям милиции копию отдал. Коробочного билета. Вы обращались, да, поэтому? Конечно. Конечно. Мы уже вторую неделю здесь, говорю, вот перед самым. Вот, ну, тут то, что было, мы работы произвели. Теперь просто зачищаем вот эту территорию. На основании вот он договор с нашим предприятием заключил. С точки зрения такой противоправного ничего не делаем. Даже по охране труда. Да, я вам это еще вопрос раз говорю. Уже другого. Как характера. Это другого? А за, по законности он у него заключен договор с организацией. Это у него заключен с вами. У кого? Правильно? Вы говорите, вот он заключен. С нашей организацией. С вашей организацией. А у вас тут никаких даже документов. У вас одни слова. Все вам разрешено. Если бы кто-то был бы, как говорят, на все согласие получено. Но ни одного документа уже вторую неделю мы не видим. Это уже не первый раз. Лакуна там еще кто-то. Я вам на прошлой неделе тоже точно так же представителям показывал порубочный билет. Это не разрешение. Тот порубочный билет вам не дает разрешения никакого абсолютно. Там было написано полусухие. А ну, какие так, полусухие? Да там так и указано полусухие деревья. Санитарные полусухие. Ветки. Так вы полусухие были, стали и вырубали. Вот полусухое. А дерево не было на этаже. Вы вырубили все живые. Вам зачем полусухие? Даже с почками рады. Женщины, спорить не будем. Конечно, не будем. Конечно, не будем. Конечно, не будем. Вот так вот. Неужели было бы не жалко? Вы меня на нравственность не давите. Да это не нравственно. Это не нравится. Это вот чисто вот человеческое отношение. Это нравственность называется. Да, конечно.